Намасте, дорогие друзья! Добрый день! Месяц назад я получила письмо из мастерской «Феникс». Ирина, здравствуйте! Пишу вам в первый раз, но смотрю ваш канал не первый год. Первое видео, которое я посмотрел, было из усадьбы Рерихов, которых я очень уважаю и люблю. С тех пор следую за вами по всей Индии. Спасибо вам за ваш каждодневный труд. В этом году в марте исполняется 100 лет учению живой этики и 85 лет со дня принятия пакта Рериха. Вы, наверное, знаете о той ситуации, которая произошла в музее имени Рериха в Москве, в поместье Лопухиных, о незаконном захвате всего имущества. В связи с грядущим юбилеем я задумал устроить в социальных сетях флешмоб «Сохраним наследие Рерихов», чтобы как можно больше людей услышало об этой ситуации. Сам я художник и хотел бы отправить вам небольшую посылку с футболкой, с ручной росписью на ней, с картиной Рериха. Если вы захотите поддержать этот флешмоб, то я с удовольствием отправлю вам футболку в конце февраля, начале марта. Сейчас именно важно всем вместе объединиться под эгидой защиты и сохранения культурного наследия Рерихов. Даже если не телесно объединиться, то объединиться с помощью этого флешмоба. И вот я получила посылку. Сейчас мы ее раскроем. В посылку еще вложена книжечка стихотворений Натальи Спириной «Капли», ученица Абрамова. Это уже человек, который получал на диктовке грани Агни-йоги Абрамов. И вот так открыточка, личное письмо, и вот сама футболка. Мастерская «Феникс». И вот сама футболка. Прекрасная картина Рериха. Спасибо большое, спасибо огромное. И я с удовольствием присоединяюсь к этому флешмобу. Мне тоже хочется, чтобы наследие Рерихов сохранилось. Я была в Кулу, в усадьбе, гималайской усадьбе Рерихов. Я была в их институте Урусвати. Несколько раз мы были в Кулу, вот, в Нагаре. Долина Кулу в Индии. Там они прожили много лет, там у них дом. Вот. И... Когда я получила это предложение, я с удовольствием согласилась. Я не знаю, я сейчас смогу, не смогу померить ее, эту футболку. Но, во всяком случае, вот спасибо вам огромное. Вот я весь мой путь в Индию начался с Агни-йоги и с картин Рериха. И здесь, поскольку сейчас такая ситуация, что с коронавирусом я не могу улететь обратно в Индию, я буду заново перечитывать и осознавать вот это великое наследие, которое мы получили через эту, ну, не побоюсь этого слова, действительно великую семью. Это силы света, которые спасают мир.